Еженедельное совещание с главой Химок традиционно начали с обращений граждан на портале Добродел. На минувшей неделе впервые в лидеры по обращениям выступили химчане, которые приняли участие в программе «Народный инспектор». Люди фиксировали парковку в неположенном месте. Народный инспектор позволяет фиксировать нарушения правил парковки. Это те случаи, когда парковка осуществляется на зеленых насаждениях или мешает проезду спецтехники и мусоровывозящих компаний. Соответственно, наши жители активно участвуют. За неделю таких обращений поступило 74. Наш территориальный отдел ГАТВа активно с ними работает и, соответственно, привлекает нарушителей к ответственности. О высокой госпитализации с коронавирусной инфекцией рассказала начальник управления социальных коммуникаций Татьяна Беккер. 500 коек для больных ковидом в химкинских больницах на сегодняшний день заняты на 100%. По-прежнему вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках города, в торговых центрах «Мега Химки», «Лига» и «Хофф», а также в клубе «Активное долголетие». Между тем, в сентябре началась и вакцинация против гриппа, которую также врачи настоятельно просят пройти, чтобы одно заболевание не накладывалось на другое. Численность взрослого населения 209 тысяч человек, 730, из них вакцинировали 61%. То есть мы достигли показателей, которые 60% нам было поставлены. Да, сюда на сегодняшний день прошли 798 человек. На совещании подвели предварительные итоги программы губернатора «Мой подъезд». С 2017 года в округе отремонтировали более половины подъездов – 2209. В этом году обновят 414. Половина финансирования на капремонт поступает из муниципального и областного бюджетов, а также из средств коммунальных платежей владельцев квартир за содержание жилого помещения. По словам Дмитрия Волошина, подъезды необходимо ремонтировать раз в 5 лет. Но большинство управляющих компаний «Химок» не спешат выделять собранные деньги с жителей на обновление подъездов. Те управляющие компании, которые в Химках не хотят делать ремонт, а таких у нас полно, они нарушают тем самым что? Действующее законодательство. Да? Тогда я вас попрошу подготовить для нас, для меня и для надзорных органов, которые работают в федеральных на территории Химок, информацию, кто у нас отказывается это делать, а какие причины, будем вместе разбираться. Потому что у нас очень много жалоб от жителей на то, что отказываются управляющие компании ремонтировать подъезды. Еще одну проверку глава Химок поручил провести в отношении строительных компаний. Предприятия должны предоставить отчетность, куда именно они вывозят строительный мусор. За последние годы участились случаи, когда в лесопарке обнаруживали несанкционированные свалки строительного мусора, на уборку которых приходится выделять средства из городского бюджета. В Химках сейчас 82 строительных площадки, на половине из них ведутся работы. Какие компании, какой объем строительства, какой объем выполненных работ? Значит, и куда они вывозят мусор, и прямо их договоры. Проверьте их, дайте их договоры. Собирайте их у себя хоть сегодня, хоть завтра. В этом зале и сюда, значит, и будем разбираться с ними. На совещании подвели итоги ремонта дорог. Всего в городе отремонтировали 15 улиц. Площадь обновленного асфальта – 125 тысяч квадратных метров.